Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня у нас в обзоре страхование в Акбарсбанке. Ну, строго говоря, страховкой занимается не сам Акбарсбанк, а его дочка Акбарсстрахование. Ну, это в принципе как водится, как во многих банках. Какие продукты предлагаются? Ну, во-первых, здесь страхование квартиры идет. Страховка квартиры осуществляется без осмотра и визита в офис в режиме онлайн. Полис присылают в течение 5 минут и период страхования от 1 до 12 месяцев. Страховая сумма доходит до 1 миллиона 650 тысяч рублей. Какой минус этого продукта основной? Ну, это то, что вот эти вот риски, которые дополнительно возникают, страховая компания компенсирует более высокими тарифами. Соответственно, раз к вам никто из сотрудников компании не выезжает, квартиру не осматривает, все происходит в режиме онлайн, то есть стоимость, соответственно, чуть выше, чем средняя стоимость вот на такого рода продукты. Следующий продукт — это страхование несчастных случаев. Здесь компенсируются расходы на лечение взрослых и детей, тоже возможно онлайн оформление, период страхования от 1 до 12 месяцев и количество застрахованных до 5 человек. В принципе, тоже ничем не примечательный продукт, и стоимость тоже немножечко повыше, чем в целом ряде страховых компаний. Поэтому я думаю, что рассматривать его более подробно нет смысла. Также есть страхование путешественников, тоже не уникальный продукт, но здесь чем он привлекателен? Тем, что минимальная стоимость может быть от 137 рублей. Также оформляется все онлайн очень быстро, а страховая сумма может доходить до 100 тысяч условных единиц. Подходит для получения визы Шенген в США и другие страны. Страховка для поездок по России существует с минимальной стоимостью от 61 рубля. Тоже оформляется в режиме онлайн, и страховая сумма может доходить до 1 миллиона рублей. То есть очень хорошо подходит для людей, которые не хотят сильно тратиться, но при этом иметь определенные гарантии, да, что если с ними что-то в поездке случится, то страховая компания компенсирует. Также существует такой продукт, как страхование кошек и собак. Он, конечно, не уникальный, но достаточно редко встречается пока еще. Минимальная стоимость от 1250 рублей. И интересен он тем, что сюда входят дополнительные услуги. Например, консультация ветеринара с 9 до 21 без выходных. И онлайн оформление. Что входит в программу страхования? Во-первых, онлайн консультации ветеринарного врача, составление плана питания, второе ветеринарное мнение на поставленный диагноз в письменной форме, рекомендации по содержанию животных разных возрастных категорий тоже письменно, онлайн консультацию юриста по вопросам, связанным с владением домашними животными. То есть, в принципе, достаточно много тут дополнительных плюшек, которые, в общем-то, за эту цену вы не получите, если, допустим, по отдельности оплачивать все это. Страхование в случае гриппа, медицинская помощь в случае заболевания гриппом, соответственно, оплата трат, связанных с этим, то есть трат на лекарства и трат на медицинские услуги различных медицинских организаций, в том числе и которые работают на коммерческой основе. Оформление возможно в режиме онлайн, полис можно получить за 5 минут и минимальная стоимость оформления 900 рублей. Ну, страховая сумма до 7,5 тысяч. Также есть страхование в случае ДТП, не особо интересный продукт, потому что дороговатый, и до 40 тысяч страховая сумма — это в принципе ни о чем в данном случае. Есть стандартное страхование от укуса клеща, такое же, как и везде, абсолютно ничем не примечательное. И также страхование в случае заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. То есть это специфическая такая достаточно страховка, не везде ее можно найти. Тоже онлайн оформляется, минимальная стоимость от 250 рублей, страховая сумма доходит до 20 тысяч рублей. Здесь единственный минус, что маленькая страховая сумма. Ну а так, в принципе, продукт достаточно интересный. В целом, что могу сказать? Вот страхование в Акбарсстрахование, да, в компании,
принципе, не самая дешевая на рынке, прямо скажем. Очень мало продуктов, на которые реально можно обратить внимание, поэтому лично меня здесь ничего не привлекает. Но если у вас другое мнение, пожалуйста, пишите комментарии, либо если что-то хотите спросить, мы с удовольствием на ваши вопросы ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам хорошего.